Всем привет, дорогие мои! И мы смотрим сейчас, что происходит между вами. Что происходит между вами? Если у кого-то с первых позиций не срезонирует, значит расклад не ваш, значит не смотрим. Либо смотрим просто из любопытства и примеряем себе то, принимаем к себе то, что резонирует. Итак, что между вами происходит? Давайте сначала посмотрим, что за партнер. Партнер, который хочет мира, который хочет вывода отношений на новый уровень, который не желает расходиться, разводиться. И тут, возможно, вы в отношениях. Что за партнерша? А партнерша тут у нас по карте суд. Девушка, которая, так скажем, решает судьбу этих отношений, да, девушка, которая, вот мужчина хочет мира, а женщина у нас решает судьбу этих отношений, решает по справедливости. Девушка, которая проходит у нас какие-то определенные уроки в этой жизни с этим партнером, для того, здесь у меня просто дополнительно лежит на всякий случай, для того, чтобы ей набраться опыта. Давайте теперь смотреть, что же у вас происходит в отношениях. Туз мечей, семь пентаклей. Пытались вы тут что-то проработать. Были попытки в вашей паре что-то объяснить друг другу. И вам казалось, что вот чуть-чуть, и вы уже нашли точки соприкосновения, сумели разобрать многие существующие между вами проблемы. Но дело в том, что по пажу жезлов перешли на эмоции, перешли на... у каждого взыграло желание быть победителем по тузу мечей. И получилось, что все пошло на смарку. Каждый проявил какую-то определенную долю неосознанности, либо в разговоре, либо вот в какой-то ситуации в отношениях, да, и теперь имеете то, что имеете. Королева мечей, девочки, у меня вы тут заводила. Вы такие, вот кто меня смотрит, девчонки, вы какая-то перфекционистка у меня прямо. Вот вам надо, чтобы все было идеально. Вы находитесь в позиции непринятия партнера. Непринятия его таким, какой он есть. У вас есть желание его переделать. Поймайте себя на этой мысли. Осознайте эту мысль. Никого никогда нельзя переделать. Отношения будут рушиться. Непонимание будет между вами до тех пор, пока вы будете стремиться переделать партнера. Так, ну два чаш, да, двойка кубков говорит о том, что у вас любовь-то взаимная. Единственное, что с определенной долей инфантилизма и желанием переделать партнера под себя, каждый вот тут. Ну, женщина тут у меня, вот девочки, кто меня смотрит, смотрите, под тузом вышла ваша карта. Девочки тут у меня как-то жестко разбираются очень. Надо, наверное, все-таки переходить на более мягкие энергии. И еще раз говорю, принятие, принятие, еще раз принятие. Что еще происходит у вас? Ну да. Вот после вот этих вот энергий мечевых, да, происходит непонимание. Непонимание того, что происходит в отношениях, и расставаться никак, да, потому что любовь-то есть, чувство-то есть, и куда двигаться дальше, как искать, где искать выход, вы не знаете. Ставите какие-то определенные цели, вы либо уже семья, либо ставите цель в будущем быть семьей, и вы знаете, я хочу сказать, у вас это получится всего скорее, когда вы найдете умение в себе каждый вот это вот взаимодействовать мягко, без переделки партнера, без каких-то придирок, без какого-то перфекционизма, да? Так. Вы знаете, мне кажется, у вас все будет хорошо. Единственное, что, девчонки, вот те, кто смотрит, если вы сейчас пережмете партнера, вы можете его подтолкнуть к измене, вы можете его подтолкнуть к тому, что он захочет искать утешение на чужой груди, так скажем. Понимаете, кнут и пряник здесь не то.
А мужчина не то животное, которое нужно дрессировать, и тем более ваш мужчина, да? У вас мужчина миролюбивый, у вас хороший мужчина. Вы тут переигрываете, душите его своими заявами, да? Так вот грубо скажем, своими претензиями, своим желанием, чтобы вот все у вас лежало по полочкам. Причем вам надо, чтобы по полочкам все раскладывал кто-то другой, а вы будете тыкать пальцем, ты сюда это положи, ты сюда это положи. Вот так, мои хорошие, вам нужно работать над собой. Колесо фортуны вышло. Может, у вас предстоит совместная поездка, а нет, по карте повешенной. Вот смотрите, только у вас, смотрите, какая ситуация, только-только все начинает налаживаться, бах, все зависает. А потому что у вас вот эта вот нотка, всех посадить, всех рассадить по полкам, каждому присвоить бирку, участнику отношений, да, может быть, это вообще про семейные дела тут разговор, и чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Девочки у меня тут властные вышли, девочки у меня тут вышли, которые жаждут правды и справедливости, и тем самым, не принимая те ситуации, те качества в партнере, которые он готов вам предложить, вы отказываетесь от своего счастья, по сути. Потому что вы не рассматриваете те варианты, которые решение каких-то проблем, которые предлагает вам партнер. Из-за этого у вас все зависает. Вот только все хорошо, да, только вроде как сумели договориться, только раскручиваются энергии, вот в любой вашей ситуации, в отношениях энергии положительные, как тут же все зависает, потому что вы начинаете борзеть. Редко у меня выпадает, когда я девчонок ругаю, но вот в данном случае ругаю. По шестерке кубков приборзеть, приборзели и начинаем жить воспоминаниями. Ах, как все было хорошо, ах, все как было классно. И кто виноват? Ну, конечно же, он виноват. Ну, я-то белый, пушистая, а он-то черный, волосатый, да? Поэтому вот чтобы не зависали ситуации и чтобы не впадать вот по шестерке кубков вот в какие-то приятные воспоминания, что кажется уже все лучшее позади, нужно прорабатывать свой собственный перфекционизм, свое желание переделать партнера. Да, об этом и разговор. По семерке мечей партнер начинает вам отвечать конфликтностью. То есть человек терпит, 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 бах, все, стрельнуло. И он уходит в себя, и тут все, и тут идут дальше разрушения. Вот такие дела происходят у вас в отношениях. Ну, давайте потенциал. А потенциал-то какой? Давайте возьмем чистую колоду. Потенциал отношений у вас какой? Потенциал отношений у вас какой? Король Пентакли. Вот смотрите, по королю Пентакли мужчина у вас ценный, мужчина у вас хороший. И по королю Пентакли, если вы ему не позволите рядом с вами осознать свою вот эту вот ценность, если вы ему не поможете быть таким ценным и в своих глазах, и в ваших глазах, и в глазах родственников, социума и так далее, мужчина может выйти из отношений, понимаете? Вам этот мужчина дан как подарок судьбы, а вы перегибаете палку периодически, и потенциал отношений тут в основном все зависит, как вам кажется, как вам хотелось бы, что все зависит от вас, на самом деле все зависит от вашего мужчины, от его терпения, от его возможностей, от его способностей, от его характера. Я желаю вам во всем разобраться. Я желаю вам быть счастливыми и не доводить отношения вот до такой карты башня.